Всем привет, с вами Александр Провектор, и сегодня на обзоре новинка Rail Steel Champions. Уже третья часть игры по мотивам фильма «Живая сталь», так сказать, робо-бокс. Итак, игра бесплатная, имеется донат, ссылку на игру я оставлю в описании видео. Сразу насчет доната, отнимается перед каждым боем энергия, как видно, у меня сейчас осталась одна. Потом можно либо за золотые монетки ее пополнить, либо ждать. Золотые монетки даются при прокачке нового уровня. Серебро также дается за победы. Зайдем в настройки. Можно посмотреть список команд, ударов, различных комбо. Также можно поменять управление на любой вкус. Ну и регулировать громкость звука. Так, зайдем в игру. Как видим, у меня уже есть первый робот. Можно выбирать различные головы ставить, то есть конструировать своего робота, выбирать движение, краску, также проводить различные апгрейды, то есть усиливать, улучшать, либо же можно купить одного из роботов легенд. Вот один робот сейчас открыт, Noisy Boy, но стоит он пока что дороговато, остальные пока что закрыты. То есть есть где разгуляться. Итак, зайдем в бой, как раз у меня одна энергия осталась, донат ох донат. Сейчас зайду в атаку на время. Как видно, чемпионат я уже прошел почти до конца. Там сейчас сидит очень сильный соперник. Мне еще надо прокачаться. Так. В принципе, можно на него сразу же напасть. Надеюсь, он меня не съест с первых же ударов. Это просто злостный робот. В принципе, что хочу сказать об этой части. Довольно-таки повзрослела графика. Сразу заметно. Сейчас увидите. И убедитесь, все как-то круто вообще стало. Вот робот собирается на глазах, как трансформер. Это мой робот в данный момент. Играть только начал. Это мой противник, достаточно крутой чувак. Так, вот у нас появился сейчас джойстик с кнопками. Я сразу блокируюсь, ну его нафиг. Ай-яй-яй. Так, вот я ему нанес удар. Блок. Все, он меня тупо разрывает. Как видно, бои проходят вообще круто, красочно. Но это короткий бой. Обычно бои не такие короткие. У меня сейчас попался противник намного сильнее меня. В общем, поклонникам робобокса «Живой стали» должно понравиться. Напоминаю, игра бесплатная. Ссылку я оставлю в описании видео. И если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Александр Провектор. We'll be right back.